столкнулись круизный лайнер и танкер, который вез нефть или нефтепродукты. На борту пассажирского судна были более 1200 человек, в том числе около 850 туристов. Сообщается, что часть из них пострадали. Что касается грузового судна, у него повреждены танки, есть утечка. Также повреждения получил и круизный лайнер, в частности, на носу большая вмятина. Удар, скорее всего, вызвал и внутренние разрушения. Лайнер шел с греческого острова Миконос в Стамбул, танкер из Туапсе на Мальту. Сейчас оба судна стоят на якоре около Галлиполи. Уже известно, что в столкновении виноваты оба экипажа.